В связи с массовыми гуляниями граждан, а также нахождением значительного количества людей в центральном районе, в Заволжском районе, учитывая опыт проведения Дня города и других перекрытий мостов, нам было принято решение не закрывать мосты в праздничные дни. Те виды работ, которые возможно было провести в том графике, который был ранее, мы провели. Однако в связи с имеющимися погодными условиями и тем, что в ночной период времени на металлические конструкции моста выпадает роса, это делает невозможным покраску в ночное время. Кроме того, с учетом долгосрочного прогноза погоды, мы вынуждены ускорить проведение работ по окраске, чтобы их закончить в срок и качественно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.